Новейшее оборудование и знания специалистов помогли десяткам тысяч сочинцев и гостей курорта получить полную картину состояния собственного здоровья. Уже тогда в планах на ближайшие годы была не просто диагностика, но и лечение заболеваний. Доверие пациентов ускорило появление новой клиники в Сочи. Задачей открытия медицинского центра ставили уже не инвесторы, а ставили пациенты, которые приходили к нам в лабораторию. Вот, потому что было важно понимать, что же хочет клиент, что хочет пациент. Пациенту в возрасте от первых дней жизни до крайне почтенных лет теперь готовы предложить не просто комплексное обследование, где будут выявлены уже существующие проблемы. Благодаря собственным, постоянно обновляющимся методикам, специалисты клиники «Проксима» обладают возможностями определить причины возникновения болезней. При этом каждый пациент получает ведущего врача, который курирует обследование различными узкими специалистами. Клиника – это не там, где лежат, как многие думают, а клиника – это там, где преподают знания продолжающиеся поколения. Вот у нас сейчас в лаборатории, медицинской лаборатории «Оптимум», доктор медицинских наук и 4 кандидата наук. И наши сотрудники уже сейчас, наряду с тем, что они работают, они обучают студентов. И при открытии медицинского центра к нам в коллектив еще вливается еще 3 кандидата наук. То есть у нас уже достойный научный медицинский центр. Дополнительная проблема, столкнувшаяся с онкологией и новообразованиями в городах периферии. Теперь по многим хирургическим случаям отправляться в Краснодар или Ростов не потребуется. Профилактическая хирургия доступна в Сочи. Многие считают, что хирург, он удаляет то, что уже как бы нельзя лечить медикаментами. Но в хирургии есть такое понятие, как пункция, как взятие биопсии. Это когда, если у человека выявлено какое-то образование, нужно диагностировать, что это опухоль, предопухоль, заболевание, или вдруг уже развился рак, то нужно пунктировать. Как раз хирург в нашем медицинском центре будет пунктировать щитовидную железу, будет пунктировать молочную железу, лимфатические узлы, печень, как раз-таки с целью выявления предонкологических состояний. В случае с заболеваниями, когда отечественная медицина не способна помочь, в клинике «Проксима» готовы предложить комплексное обследование и дистанционную консультацию, по итогам которой пациент будет знать, к какому специалисту поедет и в какую сумму обойдется операция. План лечения будет согласован без выезда из страны. Есть у нас большие связи с медицинскими клиниками Израиля, которые готовы принимать результаты наших обследований, готовы принимать результаты наших лабораторных данных и так далее. И от нас прямиком будут ехать пациенты в Израиль, допустим, на лечение тяжелых заболеваний крови, на каких-то раковых заболеваний. Медицинский клинический центр «Проксима» находится в Адлере в здании бизнес-центра «Офис Плаза». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.